В Муравленко еще на один новый арт-объект стало больше. В парке культуры и отдыха установили арку в виде трех сердец. И совсем скоро здесь появится скамья влюбленных. Конструкции привезли из Санкт-Петербурга. В сквере здоровья продолжают устанавливать купол со светодиодной подсветкой. Этот арт-объект назвали деревом желаний. Оно в куполе будет отражено при помощи светодиодной иллюминации. К концу августа новый арт-объект на тему искусства появится и на площади Дома культуры Украина. Нет сомнений в том, что все они станут излюбленным местом для муравленковцев, особенно для многочисленных фотосессий и селфи.